Мужской финал парного разряда. Кольцов Борис Орешкин Александр, Прялкин Андрей, Кадочников Алексей. Начало Кадочников Алексей, Прялкин Андрей. Формат до 6 побед. Пятьдесят шесть. 41. 97. 81. Какие 80? 77. Да, пардон. 36-140 очков. Шесть очков. Кольцов, Орешкин, 15 остаток. 11. Алексей, остаток 6. 4. 1-0. Борис 1-0. Начало Кольцов Орешкин. 97. 96. 57. 81. 100 очков. 43.
87 36 100 очков. 134. Александр, остаток 60. 40 набор. Андрей, остаток 111. 51. Борис, остаток 20. Лег 2-0. Начало Андрей Алексей. Восемьдесят. 45 95 36 60 96 43 93 40 Александр, остаток 51. 3-0. Начало Борис Александр. 100. 92 95 66 139
85. 59. 41. Борис, остаток 108. 108. Лег, Борис. Счет 4-0. Начало Алексей Андрей. Сто. Сто 121. 96. 60. 60. 81. 57. 70 очков. 100. Андрей, остаток 120. 100. Александр, остаток 88. 38 набор. Алексей, остаток 20. 15 набор. Борис, остаток 50. Лег. 5-0. Начало. Борис Александр. 98. 44. 133.
95. Александр, остаток 170. Сорок четыре. Сорок три. Борис, остаток 126. Сорок два. Сто сорок очков. Александр, остаток 84. 1. Двадцать два. Андрей, остаток 64. Сорок шесть. Борис, остаток 62. Сорок два. Алексей, остаток 18. 15 набор. Александр, остаток 20. 10. Лег. Сет, матч 6-0. Победу одерживает Александр Орешкин. Кольцов Борис.